всем привет. Сегодня у нас пасмурная погода. Утром был дождь. Лужи опять вон стоят. Лиза грустная. Лежит хвостиком, видает. Лиза. О, сразу. Лежи, лежи, не беспокойся. В общем, я сегодня съездил, купил цемента. Сегодня я заливаю стройкой. Не хотел снимать про стройку. Но думаю, а че, сниму. Сейчас у меня месяц цемент. Заливаю столбики. Там три столбика уже залил. Вот раз, два, там три. Теперь осталось тут. Вот такой у меня перепад. Там один, этот, тут уже два. Тут можно было три поставить. А тут, ну тут три точно будет. Тут два с половиной. А тут три, точняк даже больше. Вон он будет. Уровень мерил специальными приспособлениями. Сейчас покажу. Вот брал такой уголок. Отвес. Вот у меня отвес такой. Сейчас покажу. О. Вот так брал отвесом. О. Ровно. Потом вставил уголок. И отмерял черту ровно. Вот по отвесу. Опа. И черту. Вот. У меня это получился уровень. Главное взять, самая хитрость, надо взять отвес, старую кувалду, как можно тяжелее, килограмм на 5. Ну это грубо, потом тонкая настройка будет, где что чуть-чуть может не совпадает, пару миллиметров. Так кувалдочкой подстучать, и она выровняется, нормально будет. Ну сами вот эти, когда высохнут, тумбы-то. Тут у меня месяц бетон, цемент. Я его сделал жидковат, что я пока покурю. Он так пусть мешается хорошо. Он израсходовал столько уже песка. Второй мешок цемента уже пошел. Ну что еще-то? Какой хитростью еще-то поделиться с вами? Даже не знаю. Ну, сейчас я чем покурю и буду заливать, наверное, сниму. Ну что, залил четвертую тумбу. Начал пятую заливать. Вот раз, два, три, четыре. Это пятая. Чем я не дозалил половинку. Залил. И начался дождь опять. Так что на сегодня все. А, не сказал зачем. Надо эту кувалду потяжелее, чтоб ветер, если был, чтоб она не колыхалась. Так что вот, сейчас все убираю и пойду домой выкладывать это видео. В общем, всем привет, всем спасибо, на этом все, пока, подписывайтесь, ставьте лайки.